теперь вот у вас где иконка, вот в торговой системе иконка самого патрона, под ней есть две закладки цены, в которой вы находитесь. А есть вторая, история цен. Заходите в историю цен. Смотрите, на самом деле здесь все просто написано. Тут написано описание, что это как происходит. Обратите внимание на оранжевые шарики. Там будет у вас наказано вчерашнее число 0,1 и цифра 320. Это средняя рыночная цена этого товара за конкретные сутки. Не того, что выставлено на данный момент на продажу, а то, по чему были действительно произведены сделки. То есть неважно, сделки на покупку или на продажу, потому что на самом деле это одно и то же. В каждом ордере есть продавец и есть покупатель. И от перемены мест слагаемых это на ордер никакого значения не имеет. Это сделка есть сделка. Поэтому система учитывает все варианты на покупку и на продажу. Нижний столбик, вот видите, кучу разных столбиков, дальше идем. И будет написано ордеров 7, количество 9124. Это сколько единиц данной продукции было продано за вчерашние сутки. А ордера это для того, чтобы продать 9124 единицы этого товара, в этом обороте участвовало 7 ордеров. Прошу учесть, не сделок, то есть это не 7 раз купили, а это именно сколько ордеров участвовало. То есть ордеров вы видели сколько там? На продажу определенное количество, на покупку определенное количество. И вот из всех вот этих вот ордеров поучаствовало только 7 штук. Все остальные были в пролете. То есть они не следили за рынком, они не обновляли свои цены, ну и бла-бла-бла. Поэтому повторяю, 7 ордеров – это количество ордеров, по которым было продано вот эти вот 9124 патрона. А желтый шарик – это средняя цена по этим ордерам. То есть вы, в принципе, можете понять, да? Открываете и видите, ага, средняя цена 320, значит, в основном эти патроны покупают, а не продают. То есть, если вы думаете, что вы их продаете, вы сейчас быстро закупите, и потом выставите ордер на продажу, и такие зашли, такие посмотрели, о, объем, оборотка, классно, слушай, там 10 тысяч патронов в день продаются, то есть, следовательно, если я буду следить за своим ордером, каждые там 5 минут это обновлять, и у тебя по-любому там около этих 10 тысяч продастся, нет, мужик. Потому что сама цена средняя говорит тебе о том, что совсем другой ордер работает. А работают в основном ордера на покупку, а не на продажу. Все, на самом деле это два показателя, которые постоянно задают вопросы.